Покататься на ледяной карусели, повеселиться со скоморохами и зайти в гости к самому Деду Морозу. Музей Малой Карелы устроил исконно русское празднование Нового года. Окунулся в атмосферу и мой коллега Владимир Толкский. Легкий мороз, скрип снега под ногами, красные от холода уши, свежее дыхание, огромные снежные лапы, ели и сосны. Без всего этого не представляется настоящий русский Новый год. Из всего этого в достатке в музее деревянного зодчества Малые Карелы, где в эти дни всех приглашают на веселое новогодие. Атмосфера тут и правда сказочная. Что не кадр, то картина. Вот лошадка везущая, нет, не хворост увоз, а самые настоящие сани. Рядом веселятся скоморохи, толпу заводит Дед Карел. Игры на свежем воздухе, где мороз щиплет нос, должны быть подвижными. Вы из Карелии приехали в Малые Карелы. Что за телепортация? Ну, мы специально приехали, чтобы встретить Новый год здесь, в вашем Архангельске. И Деда Мороза. Да, и посмотреть Деда Мороза. И мы считаем, что мы родственники, Карелы. И какой Дед Мороз? Он красивый, добрый, ну, он веселый и доброжелательный. А вот, кстати, и он сам. Новогодний волшебник выходит на крыльцо со Снегурочкой и гостей встречают. Главные из них, конечно, дети. Они и сами с подарками. Кто стишок дедушке расскажет, а кто и песню споет. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит мечту твою. А потом со Снегурочкой хороводы вокруг елки водить. Тут и взрослым не устоять, сами детство вспоминают. Так и согреваются в движении. Самый захватывающий аттракцион – ледяные карусели. Исконно русская северная забава. Голова кружится. Устав от подвижных игр, можно погреться в избе, где с сердечным теплом смастерить елочные украшения. Приятное напоминание о моих родных краях, о волшебном времени, которое сейчас мы все вступили. И я думаю, это будет приятным подарком для моей семьи. Достаточно приятно, легко и незатейливо. Все очень понятно и с открытым сердцем. Праздники в Малых Карелах не заканчиваются. Уже сегодня в полдень всех приглашают на Рождество. Гости смогут окунуться в атмосферу старинного празднования Рождества Христова, во все обряды наши северные, вместе сходить Христа прославить по деревне, каждую избу и погадать на будущее. А 13 января Малые Карелы приглашают на святки в северной деревне. Владимир Толокский, Михаил Долинин, Вести Поморье.